Житель Челябинска Алексей Усенков выставил на продажу осколок метеорита весом более 3 килограмм. На данный момент это самый большой из найденных фрагментов небесного тела. Подлинность метеорита подтвердили и ученые, которые выдали его обладателю соответствующий сертификат. Свою находку челябинец оценил в 2 миллиона 112 тысяч рублей. В Челябинске в некоторых магазинах можно встретить метеориты без сертификатов за 700 рублей в грамм. Причем эти фрагменты не превышают 10 граммов в весе каждый. Рынок в среднем оценивает челябинский метеорит как 30 рублей за грамм. И раз уж мой метеорит признан самым большим на сегодняшний день и получил небольшую раскрутку СМИ, я считаю, что 600 рублей за грамм в среднем – это адекватная цена. По словам молодого человека, пока желающих купить кусочек метеорита немного. Однако Алексей все же надеется, что потенциальный покупатель скоро с ним свяжется. Пока же челябинец мечтает о том, что купит на вырученные средства. Деньги, вырученные с продажи метеорита, пойдут на покупку жилья для моей вновь созданной семьи. Оставшиеся деньги будут потрачены на шубу, которую обещал своей супруге, а себе на снаряжение и специальное оборудование для поиска метеоритов. Оставшаяся часть будет потрачена. В настоящее время специалисты ведут работы по поиску и подъему из озера Чебаркуль предполагаемо самого большого фрагмента небесного тела весом несколько сотен килограмм. Метеорит, названный впоследствии Челябинск, упал 15 февраля этого года. Тогда из-за взрывной волны пострадали десятки тысяч жителей Челябинской области.